Под прощание славянки по площади Минина проходят солдаты, которые будут участвовать в параде Победы. Это первая совместная репетиция. Мы занимались до этого на территории части, и все тренировки у нас проходили на территории части. Сегодня у нас первая репетиция, где мы отрабатываем, запоминаем свои позиции, места и, конечно, тренируемся. Поздравляю вас с Днем Великой Победы! В репетиции принимают участие более 600 военнослужащих Западного военного округа, плюс парадные расчеты МЧС, Академии МВД, Росгвардии, ГУФСИН и кадеты. Пешая колонна насчитывает более 1000 человек. Кто-то уже принимал участие в параде в предыдущие годы. Сегодня первый день, когда мы тренируемся вместе, все подразделения. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Для меня это не первый раз в своем родном городе. Я уже участвовал в подобных мероприятиях. Надеюсь, все получится у нас вместе. Всего запланировано 10 репетиций. 26 апреля начнутся сводные тренировки с техникой 60 единиц. Генеральная репетиция состоится 7 мая. За это время солдаты отработают все до мелочей. За парадом будут наблюдать ветераны Великой Отечественной войны. 12 апреля, 74 года назад, советские войска освободили несколько австрийских и чехословацких городов. Завершалась подготовка к Земландской операции.